Приветствую вас, и первое, что нужно сделать, это успокоиться, остановиться, никуда не бежать, ничего не делать, побыть наедине с собой и проанализировать, что именно вы делаете не так, почему вы не доверяете своим ощущениям, своим чувствам и своим мыслям, что мешает вам это сделать, не влияет ли на них, на ваши мысли и чувства, чувства других. Не используете вы репроекцию на, собственно говоря, других людей. То есть, когда чужие побуждения вы присваиваете себе, чужие желания вы присваиваете себе. Если это действительно так, то от этого нужно отказаться, нужно осознать, понять. Отграничить чужие желания и ваши. И вообще-то говоря, делается это через проекцию, но поскольку у вас наблюдается определенный кризис, то здесь имеет смысл просто остановиться, немножечко побыть наедине с собой, прислушаться к своим мыслям, к своим чувствам, к своим желаниям и сделать так, как вам диктует именно ваше сердце, именно ваша душа, как именно вам кажется наиболее правильным, и вот тогда вы больше в такие ситуации попадать не будете, потому что, думаю, проблема в том, что вы слишком сильно, много, неоправданно много прислушиваетесь к мнению других людей. А это не является верным, по крайней мере, лично для вас. И это приводит к негативным результатам. В любом случае, так или иначе, вашу деятельность можно проанализировать. И в процессе анализа выяснится, что именно вы делаете не так. То есть, вся общая деятельность может быть правильной, но какой-то ее элемент является неверным. И он приводит к неудачам. Вы можете либо сами это сделать, как раз таки вот будучи наедине с собой, либо обратиться за помощью приватно к эксперту и проработать это с ним. Решать вам, а пока желаю вам удачи, всего доброго. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше.